Hallo, liebe Freunde! Hallo, Mischka! Hallo, Sascha! Heute machen wir Valentinskarten. Сегодня будем делать Валентинки! Да! Deutsch für Kinder. Друзья, сегодня мы будем делать Валентинки. А Валентинки – это такие небольшие открыточки, которые дарят на День Святого Валентина. Да! День Святого Валентина мы отмечаем 14 февраля. Да! День Святого Валентина на немецком Der Valentinstag. Der Valentinstag. А Валентинка Die Valentinskarte. Die Valentinskarte. Die Valentinskarte. Die Valentinskarte. Или просто Die Karte. Открытка. Ну что, для того, чтобы нам сделать валентинки, нам нужно... Сашка, показывай, что нам нужно. Что, друзья, вам нужно, если вы хотите с нами сделать валентинки? Вот, да, нам нужно... Бумага. Бумага. Да, красного цвета. Фломастер один. И ножнички. И ножнички. Одни ножнички для Винни-Пуха и меня, а другие маленькие для Сашеньки. Да. Итак, приступим. Да. Так, рисуем. Вот Винни-Пух будет сидеть смотреть. Нам нужно для начала разделить листик. Цветную картонку. Да. Так, мы ее разрежем. Да. Да. Аккуратно. Аккуратно разрезаем. Одну картонку тебе, одну мне. Нужно согнуть. Аккуратненько. Попробуешь, Саша, согнуть? Да. Попробуй согнуть. Так. 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 Сгибай. Нет. Сейчас я тебе помогу. Вот так. Смотри. Вот так сгибаем. Вот так сгибаем. Вот. Стой, 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 стой. Вот так вот аккуратненько. Так. Теперь вот так вот. И пригибай пальчиками. Вот так вот прижимай. Прижимай хорошенько пальчиками. Вот так вот. Ага. Так вот. Вот так. Вот так. Так, хорошо, пальчиками. Хорошо. Хорошо. И хорошо. Так, теперь нужно нарисовать. О! Чтобы люди были. Да. Да. Так, одно сердечко. И себе тоже сердечко. Так. Чуть хопа. Вот так. По контуру вырезаем. Кусочек вырезали. Так, да-да-да-да, правильно, правильно. Угу. Правильно, вырезаем. Помоги мне, мне сложно. Помогу, сейчас смотри. А что так. Ты вырезала? Вот. Такое? Да. А там напишем? Напишем. Ну что напишем? Как вычка у чемоданчика. Угу. Как у Насти. Как у Насти. Давай ты немножко вот здесь до конца дорежешь. Да. Хорошо? Возьми ножнички свои. Вот здесь вот по контуру. Так вот по контуру. Дальше режь, отрезай. Угу. Так. Да-да-да. Вот так вот по контуру. Так. Так. Хорошо. Винни-Пух, ты где? Я здесь. Я смотрю, Сашка, как ты режешь. Давай, давай, давай. Тяжело режется картонка, да? Угу. Ну-ну-ну-ну. Вот так. Хорошо, хорошо. До конца отрезаем кончик. Вот так. Давай аккуратненько. Сейчас подрежем аккуратненько, чтобы... Вот так вот было. Ну что, смотрим теперь, какие у нас получились сердечки. Держись, вот свое большое, да? Какое ты вырезала. Не, вот так вот делаем. Так вот показываем, друзья. Вот такие вот маленькие сердечки валентинки у нас получились. Die Valentinskarte. Die Valentinskarte. А на валентинках принято писать одно очень интересное и приятное предложение. Оно звучит так. Я тебя люблю.
А на немецком это значит Ich liebe dich. Ich liebe dich. Точно! Ну что, напишем? Для нашего папы готовим валентинки. Да? Напишем. Ich liebe dich. Так. Я тоже папу люблю. Тоже папу любишь? Хорошо. Мы напишем на русском и на немецком, да? Напишем так вот. Я тебя. И на немецком. Так, давай я на твоей напишу. А ты нарисуешь сердечко, хорошо? Тогда цветочек. Так. Ну, показываем друзьям. Вот что мы написали. Сверху мы написали на русском. Что мы написали, Сашка? Я тебя люблю. Люблю. А снизу на немецком Ich liebe dich. Ich liebe dich. Так. Ну, так как эти валентинки мы подарим папе, давай папе еще нарисуем что-нибудь. Нарисуй какой-нибудь. Или солнышко, или цветочек. Что ты хочешь нарисовать? Цветочек. Давай нарисуй цветочек. Угу, Сашка! Какое интересное солнышко и цветочек ты нарисовала для папы, да? С глазками солнышко и с улыбочкой, здорово! Вот такое, вот такие рисунки Саша нарисовала на валентинке для папы, да? Сашенька, а у меня есть к тебе предложение. Давай одну валентинку большую подарим папе, а другую валентинку подарим нашему Винни-Пуху. Да. Да? Давай подарим. Тише. Скажем, Винни, это валентинка для тебя. Винни, это валентинка для тебя. О, спасибо, спасибо, Сашенька. Ich liebe dich. Ich liebe dich. А эту валентинку вы подарите папе, да? Угу. Хорошо. Я сейчас хочу. Сейчас подаришь? Ну, мы подарим попозже, после того, как фильм закончится, хорошо? Хорошо. Ну что, друзья, мы поздравляем вас с наступающим днем Святого Валентина и желаем вам всего хорошего. Смотри, что тут написано. Ich liebe dich написано. Ich liebe dich. Alles Gute zum Valentinstag. Всего хорошего к дню Святого Валентина. Tschüss, liebe Freunde, tschüss. Tschüss, Мишка.